букет с незабудками и ландышами. Вот, я решила нарисовать мастихином вот такую радостную, приятную картинку. Мастихин, масло, картон у меня, который давно лежал, я его использовала. Я буду делать объемные цветы, чтобы они были яркие, объемные, радостные, голубые оттенки. Вот моя палитра, которой я пользуюсь. Она такая живописная. Масляные краски, кисточки. Ну, поехали. Рисуем. У меня картон такой старенький, загрунтованный, уже весь испачканный. Я взяла его смело так, думаю, нарисую на нем яркую, приятную картину. Размер 15 на 15. Сначала я кисточкой, щетиной рисую фон, набрасываю тональность, светлый окружающий фон. У меня цвета, которые я использую, это Марс оранжевый. Нет, Марс желтый, очень красивый цвет. Затем у меня голубая небесная, зеленая ФЦ, кобальт желтый, средний, белый цвет. И я вот так их все смешиваю и делаю такой нейтральный фон, светлый. Ну, конечно, у меня тень тут еще, я подкрашиваю вокруг вазы, чтобы вокруг вазы было потемнее, делать объемчик. Прокладываю вот такими неряшливыми мазочками. Вазочку делаю, голубая вазочка. Цвет у меня кобальт синий, светлый. И еще я ультрамарином пользуюсь. Ультрамарин очень хороший цвет, интересный. В сочетании с белым такой прямо получается яркий, радостный цвет. Стол у меня светлый будет. Тоже туда и желтоватого, и синеватого, белого. В общем, смешиваем разные красочки. Светлый тон создаем. Все в окружении должно быть очень светлое. Ну и наношу я букет. Сначала я делаю темный фон. Там же мне, я сказала, Марс желтый, синий цвет, ФЦ зеленая. И вот так вот я делаю подложку под букет, темное основание. Где-то краплак я использую, да, краплачок там есть еще. И я прорисовала все кисточкой, тенюшки нарисовала, прорисовала. То есть я подготавливаю все, чтобы рисовать потом свободно мастихином, только мастихином. У меня техника а-ля прима, то есть это рисование в один прием, не надо ждать других дней, прям смело все рисуем, и через час у нас картинка будет готова.
Ну, теперь я беру мастихинчик и делаю небрежные мазки. Смешиваю опять же те же цвета. Белый, желтый, голубой, светлый. Главное, чтобы густо, как масло, накладываем на поверхность нашего картона. Мазочки очень такие, много белого, много цветов, чтобы густо было. И для стола у меня горизонтальные мазочки, вот, а для задней части у меня вертикальные мазочки. И прокладываю, делаю небрежности. Ну, вот я кисточкой еще поправляю тут вазочки объем. Вот, а так мастихином, ну, я начала уже цветочки рисовать, накладывать. Вот, но я подумала, что нужно и все-таки на заднем фоне тоже сначала мастихином проложить. Поэтому я сейчас вернусь к фону, пока цветочки по форме накладываю. Вот, а теперь я решила все-таки фон. Вертикальные линии, густые, объемные. Те же цвета беру и кладу по форме, чуть-чуть размазывая. И у всех получится, прям не сомневайтесь. Мастихин делает профессиональные мазочки. Даже для начинающих это очень легко и просто. Главное правильно держать мастихин в руке и его размазывать на холст. Вот. И у меня еще голубая, так, у меня еще фиолетовый, светло-фиолетовый цвет я использую. Вот. Потому что у меня, в общем, гамма такая фиолето-голубоватая, сероватая. Вот. Ну, а теперь смело я буду рисовать цветочки. Ну вот по форме я накладываю лепесточки. Сейчас я
направление стебельков, компоную на картоне свой натюрмортик, то есть смотрю, где что, какую залипушку сделать. Значит, я еще использую желтый средний, смешиваю с зеленый ФЦ. Получается такой звонкий зеленый цвет. Можно, конечно, использовать и травяной зеленый, какие-то другие цвета красок. Но я минимум красок использую и смешиваю их между собой. Лепесточки ложу по форме. Надо овладеть мастихином, именно как им класть. И все время надо набирать новую краску на палитре. Все время мазнули два раза и уже набираем. Мазнули два раза, набираем. У меня подснежники беленькие. И у них стебелечки зелененькие. И вот так вот мазочки за мазочками формируется букет. Ну и вот такие у меня интересные теперь идут незабудки. Я использую небесно-голубую. Смешиваю туда краплачок. Получается такой нежный фиолетовый цвет. Но я не только одним цветом. Я туда то чисто небесно-голубую, то немножко краплачка туда вмешаю. Потом использую ультрамарин с белым. Чтобы не были скучные цветы. Туда беленького в некоторых цветочках. Чтобы они были все разные по тону, по цвету, ну, близки, но по-разному, по-своему и другие.
Ну, вот так вот. Лепка за лепкой. То есть мы лепим свой натюрмортик. Наносим объемные мазочки. Все время берем с палитры. Там намешиваем и берем и кладем. Такое где-то облачко цветочков. То есть непонятный кусочек мы. Ну, это я сейчас рисую на столе. Мне надо нарисовать. Думаю, здесь как раз пойду для композиции. Здесь вот два цветочка. Там один. И вот так вот аккуратненько. Где-то на вазе рисую блики. Еще прорисовываю, прорабатываю, добавляю больше белого в цветочки белые, подснежники. И где-то еще что-то беленькое добавляю. Вообще мне нравится такая техника, она быстрая. То есть не надо ждать другого дня. Она очень яркая, объемная. Приятная. Вазочку я не рисовала на мастихина, поэтому она у меня гладенькая, и поверх нее смотрит букет к нам ближе. Это эффект интересный. И вот так вот я добавляю мазочки белые. И мастихинчик, конечно, я постоянно вытираю в тряпочку после каждого мазочка. Ну, может быть, если нам нужен другой оттенок, то, конечно, я вытираю мастихин. А если, конечно, один тоже цвет набирает, то не надо вытирать. Можно использовать это кисточку для тонких вещей. Стебелечки какие-то нарисовать. Рисуйте смело, не бойтесь. Масло – это очень интересная техника, и рисовать маслом приятное, букет будет блестеть. Если вы рисуете на грунтованном, конечно, картоне, то краска не уйдет в картон. Если на чисто картоне, просто загрунтуйте его акрилом, то все-таки он пропитается, и краски станут матовыми. Вот. Можно нарисовать на холсте, можно на арголите. В общем, пробовать кому как удобно. Тройник я использовала только для фона. Краски рисую сразу без тройника, без разбавления.
И мастихинчиком я еще нарисую какие-то серединки цветочков, желтенькие, оранжевенькие. Вот все время добавляю каких-то оттеночков. Зажигается мой натюрмортик, букетик, блики беленькие. Это только всякие нюансы добавляю. Какие-то такие, где-то посветлее, где-то потемнее. Все, мне кажется, что надо где-то что-то добавить. Никак не успокоюсь. Но это и хорошо. Ну вот, последние штрихи, и я думаю, что достаточно, букет красивый, я так думаю. Вот сейчас его рассматриваю, вот такой у нас объемный, интересный, как мозаичный, с множеством мазками, объемными. Очень, я думаю, понравится моим покупателям. И рисуйте смелее, у вас все получится.